Дорогие подписчики, с вами Фермоц, и расскажу вам о крутом моде под названием Sprinter Cell. Этот мод добавляет пару комплектов брони, сейчас я вам ее продемонстрирую. Она сейчас, кстати, одета на мне. Так, она где-то находится у нас вот здесь. Вот столько добавляет он вещей. К сожалению, броню мы скрафтить никак не можем. Зато можно скрафтить вот такие классные ачечи из Sprinter Cell. Зачем они нужны? Разумеется, для ночного видения, чтобы не пить зелье. Бах, и у нас все сразу засияло. То есть, если вы идете в шахту, прежде снимем мы сейчас с вами очки. Где они у нас? Вот, снимаем мы с вами очки, все темно. Заходим. Ой-ой-ой, это я вылетел с мира, ё-моё. Так. Вот, вроде идем по шахте, темно, 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 да, темнее, темнее, темнее. Вот, сейчас заделаю даже. Все, темно на самом деле, вам ничего не видно. Вы одеваете очки, бах, и все светло. Классно, классно. Так. Но есть у этого мода один баг. Во-первых, то, что не крафтится броня, это минус. Броню только можно достать с креатива, а броня довольно-таки крутая, потому что она добавляет вот быстрое передвижение, чуть выше прыжки, мне кажется. И все вроде бы. Вот. Ночное видение, скорость 2, прыгучесть 2, невидимость. Кстати, да, невидимость еще, вас еще не будут видеть. Это тоже большущий плюс. Так что на сервер нельзя ставить мод еще не только потому, что дает слишком большое преимущество, а вот почему. Смотрите, у нас есть сейчас одна пара очков. Одну я выкинул. Мы ее одеваем. Блин, это снимем. А это одеваем. Смотрите, нажимаем правую кнопку мыши. Бах, одели, у нас она дюпнулась. Так что вот такой вот косяк есть. Но это, в принципе, вам хорошо. На самом деле, крафт этих очков не такой дорогой, поэтому не такая большая проблема. Для того, чтобы скрафтить, нам понадобится всего лишь один обсидиан и три светопыли. Вот мы появляются у нас очки. Так, еще мод добавляет вот такую штуку. Карамбит и гранату. И вот какую-то штуку, которую я еще не проверял. Это маленький жучок, короче говоря. Маленькая гранатка, которая не наносит урон. Ой, не взрывает ничего, но при этом наносит урон. Так, смотрите. Либо по-другому называется создатель шума. Ну, короче говоря, якобы для картостроителей, чтобы отвлекать мобов. Не знаю, в общем, нужна эта штука или нет вообще в игре. Но есть еще покруче штука, которая убивает любого моба с одной тычки. Ну, не любого, но большинство. Так. На Эндер Драконе я просто не проверял. А еще есть такая штучка, которая называется гранатка. Она взрывается при столкновении с землей либо с человеком. Вот она полетела, она, видите, не взрывается, не взрывается. Вот она летит. Бах, взорвалась. Ее крафтить пока тоже еще нельзя, потому что мод на ранней версии. Но в креативе либо с друзьями сервер повеселиться будет довольно-таки весело. Особенно весело закидывать друзьям в дом. Это меня больше всего порадовало. Так. Кидаем, бах, бах, разорвала. Вот она взрывает под собой, сколько в среднем блоков, давайте посчитаем даже. Кинули. Она взрывает квадрат длиной. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. 6 на 6 взрывает на квадратик. То есть довольно-таки нехило. Да, 6 на 6 ровно. И потом увеличивает в среднем по 1,5 блока. Ладно, ребята, это все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой классный канал. Всем пока-пока.